Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Ленивого Дмитрия. И, собственно говоря, мы продолжаем играть Saints Row 4. И с нами рядом вот эта вот грустная девушка, которая почему-то в нашей команде осталась. Забавно. Так, давайте-ка мы... Короче, я что решил? Надо слегка испытания повыполнять. И в частности, сейчас, где тут есть супер... Вот, телекинетические... А, ловите предмет, ага. Бу-бу-бу-бу-бу. Это понятно. Сожжено, расколото. Невесомость, глушение, украдено здоровье. Ага, прикольно. Дуплетом. Дабстеп. А, ну понятно. Цели похищены. Не совсем понял. Черные дыры. Можно будет. Кстати, можно будет сейчас это взять. Врагов дезинтегрировано. Это понятно. О, уксов чуть-чуть надо еще. Порталы, пришельцы. Вот, стражи. Вот кого я хотел. 9 штук. Угробить надо. Ну, турху подразнить. О, их еще и дразнить можно. Нифига себе. Текстовых приключений. Блин, чуть-чуть осталось. И... Ага. Короче, давайте сейчас возьмем пушку. Пушку. Возьмем пушку, которая генератор черных дыр. И, собственно говоря... Ой, ну ладно. Подожди, надо никаких последователей. И начнем хулиганить. Так, генератор или дабстеп. А кто у нас генератор черных дыр? Кто помнит научно? Не, ну это не то. Миномет. Какая-то что-то жуткое. Похищалка. Да, минутку. А где пушка с черными дырами? Так, стоять. Дабстеп. Это да. Снайперка. Начну лазерное ружье. Это не то. Это тоже явно не то. Это огнемет. Может, вот это? Наручный? Нет, это миномет какой-то. Это тоже не то. Ха! Приплыли. Дайте похищалку возьмем. Заодно и улучшим. Так. Ну а чё нет-то? Слушайте, а может я не там ищу, может это здесь где-то? А, точно! Генератор черных дыр, да, вот он, это что такое? Имплантная ракетница. Я не знаю, что это за хрень, ну ладно. Настроить. Делаем позолоченный. Не, фиолетовый. Все. Выход. Короче, сейчас мы будем хулиганить. Эта серия, считай, посвящена уничтожению стражей. Их надо уничтожить, как вы поняли, до хренища. Поэтому воевать будем где-нибудь тут. Давайте сейчас вызвоним кого-нибудь на помощь. Так, кого? Кого вызвонить? Кого бы вызвонить? Ну, во-первых, давайте Займуса возьмем. Давай-давай, иди сюда, жопу с ручкой. Есть. И позвоним, допустим, старой Шаунди. Старой версии. Давай-давай, иди сюда. Тусовщица. Так, у меня генератор черных дыр, да? Вау. Эй. Да.
Вот так, да? Улетел. Ой. Подъем. Ну, прикольная пушка. Ой, она у нас этими... Где? Кто это? Да блин! Ой. Ну блин, я хотел отправить эту хрень куда подальше. Стой! О, укс! Хе-хе-хе-хе-хе! Клевая штука! Стой, засранец! Да блин! Чтоб вас, а? Где еще? О, вон. Пока. Шанди, дура! Ладно, сейчас вернется. А вот Шанди живая. Так, иди отсюда. Да. Твою мать. Ладно, сейчас вернется. Опять Займус. Подъем. Пока. Кто еще хочет? Пока. И ты тоже пока. И ты пока. Слушай, ты достал. Придурок. Так, эту отправляем в гости. Не то взял. Пока. Хе-хе-хе-хе, клёво ведь. Зара, какой Power Shield? Где здесь? Какой Space Ship? Где? Сучки. Пока всем. О, король испытаний. Уксы уничтожены. Пока. Так, кто еще? А это кто? Ну, перезаряжайся. Эй, положь! Ты что делаешь, Шанди? Положь на место! Шанди, ты где? Вернись, я все прощу. Подъем. Чё? Иди отсюда. Блин, я не успеваю их отправить. Кто-нибудь обязательно взорвет, блин. Так, да? Пока, ребята. Вот так. Улетай. О, нифига себе, Шанди там развлекается. Так. Генератор черных дыр. Утянуло. Живые? Все живы. Ай! Эй, меня поставь на место. Вау! Бабах! Вот так вот. Еще будет мне тут... Какой таргет? Пошел вон. А, ну да. Сейчас, секундочку. Пока, ребята. И ты тоже улетай.
Ой, танк полетел. Прикольно. Упс, всех засосало. Опасное сосало. О! Давай. Чувак, чувак, давай, давай, кидайся. Кидайся. Ух ты ж, блин. Чувак, ну кидайся. Ну пожалуйста. Чувак, ну кидайся. Ну чувак. Чувак, ну кинь что-нибудь, а. Опс. Не попал. Да, 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 да. Ну, иди сюда, скорая, блин. Да что ты будешь делать, а? Ну, швырни что-нибудь, жоп ты с ручкой, а. Опс. Не выпендриваюсь. Да. Угу. Короче, надоел ты мне хуже горькой редьки, приятель. И сюда. Что-то он... На, получи, гнида. Что-то не получается. Так, что там? Давай, взрывайся. Так, мне 9 таких надо угробить. Да уж. О, привет, Шэнди. А ты откуда вылезла? Блин, плохо. Так. Секундочку, а что у меня там по способностям? Я что-то забыл совсем. Силы. А, телекин... Так, телекинез, телекинез. Так. Минуточку, а где усыхание? Кто помнит? Вот это что ли? Или нет, или не это? Ну-ка, ребят. А, вот оно. Ага. Все туды. Ну. Успел. Отпусти.
Да. Пока. Улетел. Да. Пока, приятель. А где он? Я прям на нем же стою. Что за прикол? Он улетел. Он опять убежал, гаденыш. А, вот я его раздавил. Где? Дайте-ка я его в полет отправлю. Все, пока, приятель. Легкая зачистка территории. Гуляй, приятель. Веселуха. Ай, долго возиться. Где эти открытые порталы? Пока. Пока. Кто еще тут? Пока. И отправил. Детка развлекается по полной. Шандюшка наша. Лети. О, прототип. Улетели. Обоих сразу. Чё чувака не утягивает? Так нечестно. Окс, улетай. Ах ты сватина, а. Но. Ах ты щенок, блин. Пока, мудила. Где? Тебя прилетит. Подъем. Скотина. Пока. Почему ты не срабатываешь, блин? Пока. Есть. О, танк. Улетай. Буська. Блин, помираю. Здоровье бы подсобрать. О, еще один танк. Прикольно. Улетел. Ох ты.
Гуляй отсюда. Пока. Айда, отправляю его куда подальше. Так, ну-ка. Ну ладно, сойдет. О, прилетел. Швыряйся, чувак. Есть. Еще швыряйся. Где-то там. Иди сюда. Айда, поиграем. Как его? В кидалки. Иди сюда. Че ты там сидишь, эй? Сюда иди. Давай, 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 давай. Вот, молодец. Давай. На. Ай, не получилось. Так, отвлекайте его, ребят. Сейчас я найду, чем в него кинуть. Да, бля, ну хоро... Ну, ладно, хотя бы это. Ты чё, кооперативный? Есть! Круто! Блин. Чё ты прыгаешь-то? Погоди, я занят. Запоздалые прыжки какие-то. Ну-ка, иди сюда. Ты где? Так, да? Где ты, сучка? На, получай. Смешно получилось. Глуповато, конечно, но все равно смешно. А, не успею. А, все, ладно, можно уже не сопротивляться. Слишком быстро. Да, вылазь. Сейчас разберемся с ним.
где ты тут? Ты меня сейчас огребешь по щам, ты мелкий гаденыш. Вот так. В принципе, если его уменьшить, вполне себе спокойно расправляешься. Так, Азима с этой... А, нет, живые. Здоровые, да? Здорово, бесполезные. Ой, ладно. Чуть я совсем психанул. Ладно, короче, долго это. Да не особо интересно, поэтому давайте. Так. А, вы со мной отдайте. О, улучшение. Пример для настройки. Вау. Прикольно. А что еще? Ну, наличность. Наличность, это понятно. Ладно, слегка побарагузили. Давайте в магазин оружия быстренько. И, собственно, продолжим идти по заданиям. Чё так подумал? Ну, больно уж долго это все. Знал бы, как это. Можно было бы раньше этим всем заниматься. О, дабстеп. Это чё? Так, открою. Октоберфест. Стандартный. Так, а, вот этот пусть будет. Хе-хе-хе. Ладно, будем надеяться за это. Губы. Заклинило. Вот так вот, поняли? Разом, блин, все деньги улетели. Так. Все. Что-то Шэнди там недовольная что-то. Надеюсь, за эту музыку меня не это проблем не будет. Кого стреляю, что делаю, хрен поймешь вообще. Давай, уваливайся. Вам танку глубоко насрать на все мои потуги. Что-то да. Готов. Ну ладно, еще одного стража тогда заколбасим, раз уж взяли эту мелодию, блин. Пошел нахер. Пошел вон отсюда.
Готов. А, вон он где, блин. Чего? Ах ты, дрянь такая. На, получи. Давай, давай, огонь. Да. Чё-то эти вуншумбы нифига не работают. Твай таун. Так, ну-ка дайте-ка мне старую добрую. О, прилетел. И сюда. Куда он сегодня делается? Ты меня сейчас получишь, гаденыш, ты по полной программе меня гребешь, скотин. Вот тебя в пузико. Кто это у нас тут такой сладкий? А вот мы ему в пузико-то потычимся. Вот так. Ладно, все, хватит. Убить стража 24, еще 6 осталось. Нахрен. Короче, это дабстеповская хрень. Ой. А что, мы эту потеряли? Ну, привет. Печально. Ладно, еще фигня полная. Хэви миниган. Подожди, а что у нас тут было? Кто не помнит? Сейчас вспомнить-то не могу. Давай его возьмем. В конце концов. Почему бы и нет? Ничего себе миниган. Красота. Да ты мальчик совсем дурак, судя по всему. Ладно, давайте поймаем снича. И пошли выполнять задание. Стой. Ты скотина. От пирата еще никто не уходил. Вот этот кадр. Красиво. Ладно. Скрин. А, ладно, хрен с ним. Так, ладно. Займос, иди в жопу. Все. Зимоса отпустила. Это здорово. Так, ну что, давайте по заданиям. По обычным. Сначала наличка. Так, задание. Девушка, ненавидящая 50-е. Спасти Кинзи. Но у меня только что произошла какая-то хрень. Игрушка вдруг вылетела. Ни с того, ни с сего. Я совсем понял, что произошло. Ну да ладно. Продолжаем задание. Данные кита оказались каким-то... Ну, это вы читали уже, ладно. Это вы уже все слышали. Да, это было неожиданно. Я надеюсь, это не какой-то глюк игры. Который просто вылетает постоянно. Я вот вспомнить не могу. Окей. Так, секундочку. Я хочу одну из глянуть силы. Топот. Элементы. Съеживаются. Гравитация. Так, секундочку. А как же...
А, вот контроль разума. Тьфу ты, вот эта часть. Там чуть-чуть как найти ее не могу. Ну-ка, сейчас так. Вот это, видимо, да? Ну ладно, продолжаем. Там разберемся. Ну, тут есть ачивка под контроль еще взять, сколько там врагов. Надо ее начать хотя бы. Так, на этом мы все слышали. Пушки те, какие надо. Может, за Уксом пойти? Я взломаю код, чтобы узнать, куда направляется Укс. Лишь подальше от этого кода. Да, с Уксом что-то явно не в порядке. Привет. Причем тут стенка? Странно, Кинзи вроде не по кроликам. Но мне кажется, что этот знак связан с какой-то потайной комнатой. Следуя за белым кроликом. Потайная комната? Да, это в ее духе. Я даже как-то боюсь смотреть, что там. Прикоснуться к символу. Давайте. Бонецк. Ну, пошли. Поглядим. Ты уверен, что это здесь? Абсолютно. Что это за хрень? Карта симуляции? А где все сломанные дубины? Если тебе будет проще разобраться с картой, я могу создать голографическое изображение. Нет, и так сойдет. Так что, ты сумеешь найти Кинзи? Теоретически да, самое сложное выделить мозговые волны Кинзи среди других данных. Просто найди отклонение от нормы, не сомневаюсь, что это будет именно она. Оскорбительная, но точная формулировка. Удачи. Ага. То есть я сейчас буду путешествовать по какой-то новой версии. Ой. Но, ну и место. Ядрить твою налево. Кто меня в это... А, я так понимаю, если бы я был мужиком, я бы тоже был примерно так одет, да? Ага, так, прикольно. Ну, пошли. Ладно, хоть бодрой походкой не хожу. Как этот, в самом начале-то, помните там? Пошла нах. Чё? Тише отсюда. А, бесполезная машина. О, это Шулькинзи. Кинзи, смывайся, быстро. Если вы хотите поговорить с моим мужем, он будет дома после обеда. Кинзи, боюсь, из меня плохой садовод. Не поможешь мне правильно посадить эту луковицу? Ёб твою мать, цветы! Сматываемся! Что ты делаешь? В жопу цветы, или нахер. Скорее, я в плену у... Кинзи? Куда он делся? А, это, видимо, была приманка. Разумно. Посмотри, нет ли вокруг других. Короче, он сказал что-то вроде в жопу, в пизду эти твои цветы и так далее. В общем, что тебе надо? Сюда иди. Щенок. В общем, матюкнулся по полной программе. Ну, поехали, чё. В общем, взять на машине. Да, развлечемся в этой симуляции, хрен. Так... Куски говна. Да это не машина, блин, это черт знает что. Впереди другая Кинзи. Мне надо. Стоп. Ой, блядь. Что происходит? Остановить полицейский автомобиль. Сюда иди ты! Полицейский Кинзи. Блин. Да я на этой тарантайке ни в жизнь их не догоню. Правда, она очень хорошо сшибает с дороги другие машины. Сюда иди ты, гнида! Положь на место, где взял. Чё-то не понял? Урод, мать твою. Да вылазь ты, блин! Чё такое? Я тебя внимательно слушаю. В следующий раз я тебе... Да, ну, в общем, вы поняли. Надеюсь, это действительно ты. Ох ты ж, ничего так был, бугорчик. Давай в ратушу, живо. Боже, это настораживает. И? Что с тобой делать?
Ты помнишь Сайруса Темпла? Вооруженного головореза, который пытался спасти Америку, уничтожив ее огромной ядерной дурой? Да, пересекались. Он тут главный. Ни за что. Разве ж этот мудак не сдох? Только не в раз Маккензи. И чё? Чё ты щемишься? А, это... Ясно. Я думал, это странный полицейский. Ну ладно, пошли найдем. Я буду заменять слова Бип на то, что первое в голову придет. Мэтт, я вижу Сайруса, но он лет на 20 моложе и одет нормально. Ну, более или менее. Это Кинзи. Мне нужна огневая мощь. Я не могу. От тебя нет никакой, блядь, помощи. Я не могу больше слушать всякую чушь. У него по всему городу развешаны динамики. Если ты хочешь заставить его заткнуться, придется их все отключить. Тоже мне проблема. Да не его. Так, и что это за переключатель? Минус один. Мой друг мой, если ты не придумаешь, как меня вооружить, говорю тебе, эта симуляция заблокирована. О, постой-ка. Мэтт взволновал. Это может плохо кончиться. Я тебе кое-что оставил в оружейном ящике. А где ящик? Чувак, надеюсь, это не анальный зонд пришельцев. Ну, конечно, тоже будет весело, в принципе, но... Так... Дабстеп? Это что еще? Я тут вообще дерусь или устраиваю благотворительную вечеринку? Я же сказал, никакого оружия, но сила музыки может преодолеть любые препятствия. Я, блять... А, в пизду участвую. Заводи музон. Клянусь, я убью ему где-то в глотку. Я вобью ему в глотку чего-то там. Где грузовик? Это было что-то очень странное. Так, давайте вон ту сначала отрубим. Чувак, это не Стилпорт. Я ему эти провода в жопу засуну. Опять. А, они мной в футбол, что ли, играют? Я могу остановить сигнал, еще как. Где еще один, а, блин, я не вижу себя из-за этого мудака, блин. Я даже, блин. Я доберусь, блин. Ты у меня получишь. Блять. Я не... Ну вот и все. Опять что ли? Ну, да вы заебете, а, извините. Извини, парни, моя банальная карточка уже заполнена. Так, о, пасибки. Закинули куда надо. О, какой дебилизм, а. Надеюсь, эту музыку не введут в разряд этих запрещенных. Ну а ты чё? Самый тупенький, что ли?
Мэтт, я сейчас разберусь с Сайрусом. Это будет наш последний танец. Какой? А, ты узнаешь. Интересно. Учитывая, что один танец я уже видел. О, ну нет. Какого ада? Я думал, это вечеринка, давайте танцевать. А, черт, тут музыки не будет. Блин, я же ее отключил. Ну ладно. Эх ты ж, елки-палки. Об этом я не подумал. От слова совсем. Ну все, конец тебе, бандит. Хочешь потанцуй со мной? Дайте мне... Блин. Минуточку, а почему я не могу поменять-то на кулаки? Пипец, вы что, издеваетесь, что ли? Получай. Класс. Я не могу сменить на кулаки, вы понимаете? Я вынужден пользоваться этим говном. Да чтоб вас, щенки! Давай, включайся, блин! Давай, давай, дабстеп. Танцуем, танцуем, ребята. Дебилизм, просто настолько тупое задание, блин, ущербное. Давай, подыхай, ублюдок. Пошли вон, шефки системы. Даже не система, блин. Это что делает? Я же сдвинуться не могу. Я же убежать от них нормально не могу, блин, у меня ничего нет, кроме этой сраной пушки, блин. Ну стреляй давай, черт тебя подери, блин. Щенок. Господи, были бы кулаки, а на раз бы просто их удел. Кинзи, давай валить отсюда. Эй, как насчет твоей клятвы? Какой клятвы? А, черт, ну сейчас же это без музыки будет, Мэтт, ну какого хрена, а? Ой, ну ладно. Кинзи, ты жива? Не говори никому о том, что здесь было, понятно? Кинзи, я действительно не особи... Я сказала никому. Эй, я даю слово. Просто хочу сказать, что шлюпка была очень сексапильной. Ну, здравствуй. Бедняжка. Дабстеп. Ой, да пошли вы с этим дабстепом. Там такой отстой вообще. Не, не сам дабстеп, а конкретно это оружие. Дабстеп-то ладно. Как говорится, на вкус и цвет. Но вот это оружие, это полное дерьмо. О, юбка-пудель. А, вот оно, это достижение. Так. Ну что у нас? В принципе, я думаю, хватит на это видео. Потому что минут на 50, по-моему, получилось набегать. Девушка, ненавидящая 50-е. Так, Шаунди. Кинзи, ты где? А, вон ты. И сюда. Ну, чтобы ее немножко взбодрить после того, что произошло. Ладно. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ссылка на плейлист на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока, всем пока-пока, и до встречи в следующем эпизоде наших похождений по Saints Row 4, где мы... Опа. Вон чё. Вот что для Кинзи еще надо будет сделать. Да, ну в общем, где мы займемся вот этими топ-заданиями для Кинзи. Так, да, вот верность, девушка победила. Ага, да, вот. Да-да-да, вот этим мы и займемся. Короче, все. Всем счастливо.